Старт большой ремонтной кампании 2017 года дан. Теплосети начали ремонтировать. Как говорят специалисты, времени до зимы крайне мало, поэтому работать нужно очень продуктивно. Компания «Т-Плюс» в первую очередь приступить решила к участку на улице Пушкарева. Труба диаметром 300 мм. Она является основной магистралью, обеспечивающей район Пески, 18-19 квартал. То есть несколько десятков тысяч людей зависят в зиму от этой трубы. Наша задача ее поменять, сделать ее более надежной, обеспечить качественное теплоснабжение. Всего в этом году на ремонт теплотрасс компания рассчитывает потратить около 500 000 000 рублей. В муниципальных образованиях уже разработаны графики гидравлических испытаний и промывки оборудования и коммуникации источников тепла. По магистральным сетям запланировано в плановом порядке устранить 1,5 километра. Это 7 участков магистральных сетей диаметрами от 300 мм и до 1000 мм. В течение сезона в плановом порядке. И дополнительный объем работ будет уточнен по результатам весенних гидравлических испытаний. Окончательный объем мы определим в начале июня текущего года. Уже к концу мая готовность всех запланированных объектов к будущему отопительному сезону должна составить 10%. В июне 45%, в июле 80%, в августе 100%. Но сдвинуть сроки может плохая погода. Это обсудили на совещании при губернаторе. Нам нужно будет проводить гидравлические испытания, нам нужно, так сказать, там, проводить раскопки, нам нужно будет там ряд других мероприятий проводить традиционных. И сейчас, конечно, это все придется из-за погоды как-то сносить. Погодные условия накладывают на нас дополнительные обязательства, потому чтобы очень внимательно, очень сложно работать. На подготовку объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к предстоящему отопительному сезону предусмотрено более 804 миллионов рублей. Мария Сафронова, Любовь Фомичева, Дамир Губиев, Вести, Ульяновск.